тоже как традиция начинать день с своего смеха. Всем привет, я Даша, это моя мама, которая все время смеется в начале видео. Что, кстати, очень-очень странно, ну да ладно. Подождем. Сегодня мы будем снимать с мамой Bean Boozled Challenge. Bean Boozled я заказала в Инстаграме. Ссылка на их профиль будет в описании. Доставка по всей России. На чем? На чем мы там? Ну ты расскажи, чего там. А то его мне кинет, наверное. Не могу не взорвуться. О. Силач. Типа, у нас есть две тарелки. Пахнет кошачьим кормом. Понюхай, отвечаю. Мне не буду это есть. Ты будешь это есть? Есть две тарелки. Одна для того, чтобы если попалась невкусная. А вторая для того, чтобы высыпать их. Они все одинаковые? Ну, я надеюсь, здесь есть одинаковые. Как? Она будет одна. Короче, тут не все парные. Кому-то может попасться вонючий носки, а кому-то может попасться тутти-фрутти. В общем, ну все знают эти конфетки. Я не знаю, как бы они сейчас не выпали там. Видом вообще интересно было, нет? Не знаю, я тоже не знаю. Вот такие вот разноцветные дрожжи. Да. Короче, будем пробовать. Что будем первое? Давай зелененькие. Вот такие. Их много тут. Это лайм-лимон или свежевыжатый. Или свежескошенный газон. Ты уже пробуешь? Нет. Они ничем не пахнут. Ну, когда вместе были, пахли кошачьим кормом. Пробуем? Давай. На самом деле, это же не так страшно еще. Прям трава. Да? Фу. Прям честно, это не так вкусно. Что у тебя? Ай, что ты жрёшь? Она прилипает. Привет, не трава. Трава? Он маленькая, такая зелененькая. О. Ничего, прикольно. Я обо всем. Мне кажется, это не самое страшное, но уже не очень вкусно. Нормально. Ну, видите, прилипло. Это тоже фигня. Фу, если это будет такая рвота, она будет так прилипать. Нам не хватит столько времени. Быстрее пасти. Давай следующее. Давай коричневые. Там что? Шоколадный пудинг или собачий корм. Почему они пахнут все одинаково? Ты уже пробовала? Ну ладно. Что случилось? Челюсть. У меня вкусная. Пудинг? Угу. Смотри, я буду собачку. Фу. Я буду еще есть. Даже и вкусно. Ну? Да ладно, маленькая ела же. Нет, не ври. Фу. Да? Фу. Ой, мне вкусно. Капец, чего они делали? Как нечестно. Угу. А собака попробуй. Фу, гадость, фу. Знаешь, что похоже? Ой, блин. Фу, даже не знаю, что похоже на собачий корм. А что будет с рвотой? Я боюсь больше всего рвоту, серьезно. Может, она не попадет? Да, конечно. Мне пока не везет. Трава, собачий корм. Что, беленькую? На беленький чего? Это либо кокос, либо подгузник. Тихо-тихо, ты тут ходила. Подгузник? Да, либо подгузник, либо кокос.
Про подгузники ты ничего не говорила. Говорила. Не помню. Опять ничем не пахнет. Подгузники. Нет, подгузник. Я вкус как шампунь, знаешь? Когда я в шампунь в рот попадал, когда ты мыл голову. Я думала, использовала. Намного лучше, чем собачий корм. Фу, нет. Ты теперь будешь спец. В этом-то да. Ну, такое, знаете, неприятно. У меня аж мурашки по коже пошли. Это такое... У меня вкусно все. Да? Мне везет. Тебе везет. Еще больше ничего не хочу пробовать. Давай, больше. Давай. У нас тутти-фрутти или вареники носки, только одна штука. Так, так. Ну так, вот она одна. Везет? Да. Ну вот и ешь ее, тебе же везет. А нет, подожди, вот же еще одна. Нет, не она. Не трогай ее! Значит, сейчас будем... Да почему ты их понять про собачьим корм? Да ты уже... наелась. Фу, я прям реально собачьим корм боится. Короче, давай голубенькую. Держи, убирай. Да почему? Это будет голубика или зубная паста? Угу, можно есть. Да-да. У меня зубная паста. Да, вижу такой вкус. Фу. У меня голубика. Ура! Да-да. Ура! Прям это. Прям точно зубной пастой. Нет, прям то, что вот, голубика. Я еще не сильно зажимала. А что это быстро выплюнуло? Ну, я не люблю такой запах. Ня-ня-ня. Угу, но я очень люблю собачий корм. И газон. И подгузники. Ну, газон я еще до сих пор выковыриваю. А подгузники. Кто на подгузник? Я подгузники съела. Ну, давай обидим зеленый, что это? Это сочная груша или сопли? Хочешь ответ соплей? Да. Почему они все с точечкой? Вот это? Сопли. Фу, как они будут на вкус? Знаешь, какой вкус сопли? Сейчас узнаем. Я еще не пробовала. Тебя не видно еще. Да. Че, как на вкус? Как сопли? Как не знаю, что. Мама желудок заурчал. Если сопли такие на вкус. Фу, не дай бог. Поперло, что ли? Я не знаю. Если это сопли, то это вкус. Вкусные сопли. Блин, это груша, наверное. Фу, какая гадость. Давай что-нибудь сделаем. Конфетка душа сбывает же. Потому что есть вариант протухшего яйца. Давай-ка еще раз голубику, чтобы ты запах забыла. Я уже не хочу ничего. Зубная паста. А мне что тогда будет? Голубика или зубная паста? Реально прям зубная паста. Бабушки таким пользуются. Майская будто какая-то. Фу. Вот я тебе растирать, которая, знаешь, старичкам. Фу, как звездочка какая-то. Что я подписалась? Ужас. На что? Что, попкорн с маслом или протухшее яйцо? Давай. Я в азарте уже. Подожди. Ну, я наверное, три. Протухшее яйцо ничего не заешь. Будем? Смотри, у меня видишь, какая большая... У тебя точно яйцо протухшее. Какая-то такая сладко-соленая. Попкорн. Фу. Фу, блин. Хрень несусветная. У меня прям какого-то говна поела. Ой, фу. Ой, фу. Фу,
Фу. Фу, знаешь, вкус он не пропадает. Попкорн с чем там, говоришь? С маслом. Фу, у тебя тоже пахнет не очень вкусно. Так может, я яйцо думаю? Нет, ты поняла, там прям как говна отведал. Я по хуму вспоминаю. Вот, есть две тутти-фрутти все-таки. Тутти-фрутти или вонючие носки? Тутти-фрутти или вонючие носки? Чокнемся? За тутти-фрутти. Да. Бич, get out of the way, get out of the way. Хочешь попробовать? Ага, очень. Вонючие носки. Фу, не надо. Что там еще? Рвоту? Или по второму кругу сходим сначала? Да, еще есть коричневые. Две. Три там еще. Ну, третью оставим, вот один кому какой. Так. Че? Собачий корм или шоколадный пудинг? Не очень все равно. Мне не очень. Собачий корм. Угу. Тебе тоже? Угу. Как они его жрут? У меня пропал настрой. Я тоже, у твоего желудка тоже, я слышу. Фу. Яйца отведаем протухшего. Рвоту оставим напоследок, чтобы самое интересное было. Нет, надо же потом заесть что-то. Что это, яйца тухлые? Угу. Либо тухлое яйцо, либо попкорн с маслом. Я только что им подавилась. Ну а нахрена, что ты им давишься? Тухлое яйцо сразу почувствуешь. Не надо. Как мне распалась хорошая два? Голубика и тутти-фрутти. Зубная паста. Зубная паста, это же плохо считается? Да? Ну, это считается плохо. Но это там была не зубная паста, там прям какой-то миновазин. Какая-то жесть. Фу. Персик не повторяйте этот номер. Персик или рвота. Это ужасно. Я боюсь, что рвота это еще хуже. Что интересно хуже, тухлое яйцо или рвота? Я тухлое яйцо вонючие носки. Это нет. Нет, тухлое яйцо это ужас. Что это? Тухлое яйцо или рвота? Ой, то и... Работа или... Ты сейчас мне это подсказываешь? Когда у меня уже совсем настроение упало? А что ты хочешь? Или кролик? Рвота или персик? А, персик. Как уже, вот как они знают вкус рвоты? Прикинь, его как-то сдают. Пробовали? Все пробовали, все наверное. Все дегустаторы. Пока тепленько. Меня без конфетки уже тошнит просто. Неужели ты еще не почувствовала, что это? Если ты не орешь и не... Фу, бля. А, я еще не пробовала. Фу, это очень плохо. Мили всего, бля. Фу, блин. Дай что-нибудь вкусненького. Жуй-жуй. Дочь садистка. Даша, жуй быстрее, мне так мерзко в рот. Распробуй. А, оболочка-то сладенькая, а внутри-то... Эээ...
Все уже просто. Погнали наших городских. Мне давай залезть. Фу, какая радость все-таки. Фу. У меня мурашки реально вот по ляжкам бегают. Я вижу. Смотри. Ну блин, лам. Трудно там еще не пробовали. Где все попробовали? Зеленые ели? Да. Траву ели. Да. Белые ели, а вот такие белые не ели. Как это мы не ели? Подгузник или это? Нет, подгузник это желтенький. Это... Нет, да мы пробовали. Ты видишь, они желтенькие, а это беленькие. Ты видишь, это не желтенькие, это яйцо тухлое. Ну давай попробуем еще раз. Детский подгузник или кокос? А, это спасла Катапенко. Ну, я подгузник. Фу, не хочу больше есть. О, какая тут жижа. У меня тоже. Но это вкуснее, чем тухлые носки. Это не вкуснее. Это знаешь, как мыло реально какое-то. Как да. Салфетку жуешь? Да, мокрую ложу. Спицы, да? А все попробуй. Все, я больше не буду экспериментировать. Есть такое условие. Меня просят постоянно в комментариях снять видео с парнем. Я так подумала, если под этим видео соберется 100 лайков, а я знаю, что такое возможно, потому что бывает просмотров по 1000 даже, так что 100 лайков будет нормально. Если соберется 100 лайков, то я сниму видео с парнем. Что, с моим? С моим. А что, у тебя тоже есть? Да. У тебя муж. С моим парнем. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Бай-бай.